В далеком 1877 году в городе Минусинске, что на юге Енисейской губернии, был открыт местный публичный музей. Появление музея в Минусинске связано с именем Николая Михайловича Мартьянова, чей портрет перед нами. Автор этой удивительной работы – Григорий Алексеевич Откнин, первый профессиональный хакасский художник. По заказу Мартьяновского музея в 1957 году Откнин создает портрет Николая Михайловича. На первый взгляд – это живописное полотно, но при ближайшем рассмотрении мы видим стежки. Это вышивка гладью, шелком на крепдышине. Художник сочетанием нитей и фона добивается лаконичности, рельефности работы. Портрет Николая Мартьянова, основателя Минусинского музея, Откнин считал своим главным произведением.